Монета 10 копеек 2012 года, Российская Федерация. На реверсе прописан номинал, крупное число 10, название денежной единицы, надпись «копеек» и растительный орнамент. Две переплетающиеся ветви с листьями и бутонами. По окружности виден четко выраженный кант, не широкий. Навес развернутом к реверсу на 0 градусов. Святой Георгий Победоносец, копьем поражающий змеевидного дракона с крыльями. Указание монетного двора, в данном случае буква «М». Ниже год чеканки 2012, слева и справа надпись «Банк России», обозначение эмитента. Также кант не широкий, четко выраженный. Гурт монеты гладкий, на нем просматривается стальная основа. Изготовлена монета из стали, блокированная сплавом тампак. К магниту, естественно, липнет. Весит монета 1,85 грамм, диаметр 17,5 миллиметров, нормативная толщина 1,25 миллиметра. Стоит такая монета рубль. Нумизматам будет интересно, что есть две разновидности. Различаются разновидности по расположению знака монетного двора буквы М. Вот мы видим слева. Буква М крупнее, визуально видно, приспущена и смещена влево. Таких монет 10% в общем обороте. А если буква М мельче, как на правом рисунке, приподнята и смещена вправо, таких монет 90%. На стоимость не влияет. Стоят они одинаково. Но если под левым передним копытом коня отчеканена не буква М, а вот такие буковки СП. Вот на рисунке хорошо видно буквы СП. В каталогах указывается, что монета 10 копеек 2012 года чеканилась двумя монетными дворами, Санкт-Петербургским и Московским. Но в обращении есть только монеты с буквой М. Это почти весь оборот. Питерский вариант монеты с буквами СП существует, но их всего несколько экземпляров, которые успели вынести из монетного двора. Найти почти невозможно. Даже фотографии найти сложно этого раритета. Считается этот раритет пробным и стоит от 150 тысяч рублей. И выше. Бракованные монеты стоят дороже. Полный раскол штемпеля на аукционах стоит до 450 рублей. Это за полный ярко выраженный раскол. Средняя цена таких браков 50-100 рублей. Вот брак в виде выкуса. Стоит недорого, не выше 500 рублей. Двойной даже выкус. В 2012 году продан за 420 рублей. А вот такой брак очень редкий. Называется инкузный брак. Вот такой брак был продан на аукционе coins.su в 2016 году за 6100 рублей.